Сотрудники Ноябрьского отдела по борьбе с экономическими преступлениями ликвидировали хорошо отлаженную и действующую не один год сеть по нелегальному отлову и продаже ценных пород рыбы. Муксун, нельма и даже занесенные в Красную книгу Ямала сибирские осетр, браконьеры предлагали практически во всех городах, начиная от Нового Уренгоя и заканчивая Тобольском. В поле зрения АБЭПа преступники попали около года назад, и за это время полицейским удалось отследить и места отлова рыбы, и точки, где она продавалась. Интересно, что задействованные в группировке были представители малочисленных народов Севера и те, кто даже не имел российского гражданства. Нам удалось задокументировать за весь период, пока за ними осуществлялся оперативный контроль, незаконная добыча 11 тонн муксуна и около одной тонны осетра они выловили. Причем экземпляры были осетра очень большие, килограмм по 70, по 80 такие экземпляры. Вот. Учитывая, что он растет очень долго и этот вид рыбы занесен в Красную книгу, это ощутимый ущерб. Ущерб от деятельности преступных рыболовов полностью еще не установлен, но очевидно, что это десятки миллионов рублей. Обвинение членам группы будет предъявлено по совокупности статей. Максимальный срок наказания по одной из них – 2 года, еще по одной – 5 лет.